Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Ну, прежде всего, хотелось поприветствовать делегатов съезда и руководства администрации онкологии Петрова как организатора от имени председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Геннадьевича Лисовца и пожелать всем хорошей и плодотворной работы и провести прекрасное время, прекрасно отдохнуть в нашем необычно солнечном городе в настоящий момент. Ну, мой доклад посвящен, он совместный с Георгием Моисеевичем Манихасом, посвящен организации онкологической помощи в городе Санкт-Петербурге. Ну, город Санкт-Петербург – это второй, наверное, по величине, все это знают, второй по величине город нашей страны, насчитывает по данным Росстата 5 миллионов 383 тысячи жителей, разделен на 18 административных районов, которые расположены достаточно далеко друг от друга, но тем не менее это одна единая структура и 1500 квадратных километров территории. Ну, эталонная модель здесь, наверное, уже прозвучала, это под эгидой единого цифрового контура медицинские организации, которые осуществляют онкоскрининг, за дальнейшим сеть ЦОПов после 15 дней, установленных руководящими документами, передает с верифицированным диагнозом пациента в якорное учреждение или другие медицинские организации, оказывающие онкологическую помощь в регионе. Ну, текущее состояние проблемы, текущее состояние вопроса. В настоящий момент в городских учреждениях здравоохранения развернуто 1727 коек, в том числе 237 дневного стационара. Ну, это примерно 3,2 койки на 100 тысяч населения. Это, конечно, гораздо больше, чем показатель среднего по Российской Федерации. По кадровому составу ситуация тоже, в принципе, благоприятная. 201 штатная единица и 218 в амбулаториях. Укомплектованность в стационарах 95%, в амбулаторном отделении 81%. Всем известны проблемы, которые возникают при формировании тех же ЦОПов, амбулаторного звена с онкологическими кадрами. Но в Питере, кроме того, еще существует и работает на благо наших пациентов федеральные учреждения и федеральные учебные заведения, где есть онкологические специализированные отделения, которые оказывают эту помощь. Поэтому фактическое наполнение коек в нашем городе гораздо выше, безусловно. В настоящий момент в городе действует 233-е распоряжение комитета по здравоохранению, которое определяет маршрутизацию пациентам по районам города. В частности, в городской онкологический диспансер, это якорное учреждение, как сейчас принято называть нашего города, направляются пациенты с подозрением на онкологическое заболевание из южных районов города. Северные же районы города поделены между амбулаторно-консультативным отделением КНПЦ, клинического-научно-практического центра онкологического, второго якорного учреждения нашего города, и городском клинико-диагностическом центре номер один, куда направляются пациенты из северных районов. Кроме того, несколько отдаленные два района города, это Кронштадтский и Курортный, замыкаются на амбулаторно-консультативное отделение городской больницы номер 40. Все районы после осмотра проктологом направляют для дальнейшего обследования пациентов городской колопроктологический центр, это городская больница номер 9, и онкоурологическими пациентами занимается городская больница Святителя Луки. Значит, что же касается городских стационаров, куда поступают пациенты с верифицированными онкологическими заболеваниями для предоставления им высокотехнологической, в том числе, помощи. Это прежде всего городской онкологический диспансер, где проходит лечение пациента и оказывается помощь в виде хирургического лечения химией и лучевой терапии. Это клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи онкологический на севере нашего города, аналогичный вид медицинской помощи. И городская больница номер 40, где оказывается как хирургическое, так и химиотерапевтическое лечение. Единственное в нашем городе муниципальное учреждение, где выполняются роботические операции при онкологических заболеваниях. Больница Святителя Луки, онкоурологические заболевания и городской колопроктологический центр больницы номер 9, колоректальный рак. Не весь, конечно. Ну и организационно-методическую и учебную помощь оказывает головное учреждение в Северо-Западе. Это Национальный медицинский
исследовательный центр онкологии имени Николая Николаевича Петрова, где ведется разработка новых и совершение внедрения новых методов лечения, диагностики онкологических заболеваний и оказывается помощь всем городским учреждениям здравоохранения. Надо отметить, что действительно администрация онкологии Петрова не на словах оказывает, а на деле эту помощь, потому что все практически новые приказы, установки приходят к нам через фильтр МИЦ Петрова. И все вопросы, касаемые тех же ЦОПов и так далее, мы в полном контакте обсуждаем с коллегами из МИЦ Петрова. Ну, что касается информационного взаимодействия, так называемого цифрового контура, к сожалению, в Санкт-Петербурге он не замкнут. Существует городской реестр карт маршрутизации, где пациент с подозрением на онкологическое заболевание вводится в эту систему, которая активно агрегируется в медицинском информационном центре, где отслеживается движение пациента от подозрения диагноза, контроль сроков, контроль этапности лечения. Параллельно ведется контроль территориальным фондом обязательного медицинского страхования, ну, примерно по таким же ключевым точкам. Однако эти две системы автоматизированно никак не пересекаются, не дублируют друг друга. Поэтому говорить о замкнутом цифровом контуре в Санкт-Петербурге, к сожалению, сейчас не приходится. Эта работа ведется. Сейчас комитет по информатизации объявлен конкурс и найден подрядчик для выполнения работ для так называемой электронной медицинской онкологической карты петербуржца. Я думаю, к исходу текущего года какие-то результаты эта работа уже даст. В распоряжении правительства принята региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями. Кроме того, в установленные сроки нашей службой представлена в Минздрав и МИЦ онкологии Петрова региональная программа. Она получила 82 балла. И сейчас идет межведомственное согласование. Основными целями, они понятны, это достижение доли заболеваний, выявленных на ранних стадиях, до 57%, доли состоящих на учете 5 и более лет 56,6%, и снижение одногодичной летальности до 17%. Какие же текущие показатели заболеваемости и злокачественного образования в нашем городе? Такая интересная кривая, вы видите резкий всплеск заболеваемости, вы видите цифры достаточно высокие, они там, конечно, не приближаются к тем цифрам, которые Андрей Дмитриевич озвучивал в Германии там, и в Великобритании, там, 600 и так далее, но порядка 500 на 100 тысяч населения, пациентов, заболеваемость достаточно высокая. Ну, и всплеск ее обусловлен прежде всего с тем, что в 2015 году в городе, благодаря усилиям и энтузиазму коллег из онкологического диспансера и коллег из городского колопроктологического центра, были введены в рутинную деятельность программы скрининга рака молочной железы и колоректального рака. Поэтому чуть позже перейду к одной интересной цифре. Пациентов с колоректальным раком резко возросла в нашем городе. И сейчас эта цифра колеблется вокруг 500 на 100 тысяч населения. Заболеваемость, безусловно, высокая, но это не говорит не о том, что действительно болен у нас тут или условия хуже, или там какие-то профредности у наших жителей. Но вы видите сами, внедрение скрининга, резкий взлет заболеваемости от злокачественного образования. Смертность. Смертность остается достаточно высокой. Против того, что примерно там целевые показатели в стране там 180, да, у нас в 2017 году этот показатель составил 254 на 100 тысяч населения. В 2018 году, несмотря на то, что заболеваемость растет, снизилась смертность до 241 на 100 тысяч населения. Выявляемость на ранних стадиях как следствие внедрения программ скрининга, вы видите, достигла 56%, и доля пациентов, состоящих на учете 5 лет и более, также достигла 55%, то есть увеличивается. Говоря о лекарственном обеспечении онкологических пациентов, в текущей структуре в 2019 году она достигла 5,5 миллиардов рублей за счет, прежде всего, программ
обязательного медицинского страхования. В текущем году внедрены программы так называемых клинико-статистических групп. Впервые в этом году мы перешли на эту программу обязательного медицинского страхования. И вот видите, почти в три раза возросла так называемая онкологическая региональная программа обеспечения лекарственными средствами. То бишь финансирование с 2013 года на эти цели увеличилось почти в пять раз. Используется 221 схема в круглосуточном стационаре и 31% схем – это в режиме дневного стационара. Это весьма неплохой показатель. Ну и текущие показатели 2018 года – это данные нашего медицинского аналитического центра информационного. Вы видите, несколько дисбаланс с цифрами общемировыми, общероссийскими. У нас на первом месте в Санкт-Петербурге среди выявленных новых случаев вышел колоректальный рак. 3500 случаев. Помните, еврейская автономная область там 10 или 15, у нас вот 3500 случаев. Опять-таки, внедрение, широкое внедрение программ скрининга колоректального рака, ну, прежде всего, конечно, иммунохимический метод. Рак молочной железы тоже высокий уровень выявления новых случаев 3000 и рак легкого 2000 случаев. Соответственно, умерло больше всего, естественно, от пациентов от колоректального рака, на втором месте рак легкого. Что касается рака легкого, мы подходим к этому скринингу рака легкого, пока, конечно, не семимильными шагами, но есть положительный опыт города Москвы, где наши коллеги во главе с профессором Морозом за последние два года очень серьезные цифры представляют по этому вопросу. 2% практически выявляемость при скрининге колоректального рака способом низкодозовой КТ. У нас в городе существует достаточно серьезная инфраструктура по обеспечению методами лучевой диагностики, в том числе и компьютерной томографии. Этот даже частные учреждения внедрены в систему обязательного медицинского страхования. Я думаю, в ближайшее время мы все-таки программу скрининга рака легкого внедрим в полном объеме. Что касается рака шейки матки, это сейчас ведется пилотный проект под так называемой жидкостной цитологией у жителей Приморского, Курортного и Кронштадтского района. Примерно высокая степень дисплазии выявляется примерно в 2% случаев автоматизированным методом. Ну и понятно, что снижение заболеваемости зависит от методов внедрения методов первичной профилактики, информационной политики, иммунопрофилактики, активного выявления. Я хотел бы вот обратить внимание на один слайд, исследование, которое опубликовало газета New York Times, наверное, отражает общую тенденцию не только в мире, но и в нашей стране. Вы видите, если причиной смерти от всех смертей на первом месте является заболевание средств системы, на втором рак 29%, да, и там, к примеру, терроризм меньше 0,1%, убийство меньше 1%, суициды там 1,8%. А как это отражается в средствах массовой информации? Обратите внимание, на первом месте терроризм, на втором месте убийство, на третьем суицид. И только 13% рак, онкологическое заболевание, и совсем немного, 2,5% это заболевание сердечно-сосудистой системы. Поэтому просветительская работа на уровне средств массовой информации в отношении как раз онкологических заболеваний, конечно, наверное, все-таки приведет к снижению и к раннему выявлению и так далее этого вида заболеваний. Ну, программы скрининга мы планируем вести по четырем нозологиям. Это колоректальный рак, о котором я уже говорил, рак шейки матки в виде жидкостной цитологии. К концу года будет охвачен еще и, к середине текущего года будет охвачен еще и центральный район за счет аппарата жидкостной цитологии в КВД номер 11. Рак молочной железы, эта работа уже ведется, я как уже сказал, с 2015 года в рентгенологическом отделении онкологического диспансера, куда стекаются цифровые маммограммы со всех районов нашего города, поликлиник. И пока наш энтузиазм рентгенологов обеспечивает второй просмотр, так называемый, у пациентов с этой патологией. Ну и рак легкого. Диспансеризация всех, и об этом уже говорили предыдущие докладчики. И снижение одногодичной летальности и увеличение пятилетней выживаемости будет достигнуто за счет контроля своевременности, качества медицинской помощи, разбора случаев, информационной политики, о которой я уже говорил, и повышение доступности паллиативной помощи. Центр амбулаторно-онкологической помощи.
Ну, всем понятно, что город Санкт-Петербург – это не Чукотка, не Камчатка, где, чтобы дойти пациенту до врача-онколога, ну, проехать там, не знаю, на санях, на вездеходе и так далее. Здесь достаточно сесть в трамвай и приехать там в одно из лечебных учреждений, которые разбросаны по всему нашему городу. Но, тем не менее, существует приказ, сеть СООП мы должны организовать. У нас планируется в текущем году… Задачи и функции, они известны, они указаны в соответствующем приказе. В текущем году планируется в 2019 внедрение 8 центров амбулаторной помощи, амбулаторной онкологической помощи. Это все практически учреждения, которые уже сейчас имеют в своем арсенале достаточно серьезный уровень инструментального обеспечения и кадров. Но, тем не менее, вы видите, здесь исключены в этом списке якорные учреждения нашего города, когда, хотя они до этого находились в этом списке, это городской онкологический диспансер и КНПЦ, клинический научно-практический центр онкологический, потому что мы пришли к выводу, что у этих центров, конечно же, другие задачи, нежели осуществлять первичную диагностику этих заболеваний. Поэтому эти два учреждения были исключены в итоге. Но… Опять-таки, говоря о кадровой политике, вот буквально во вторник было совещание с районными онкологами нашего города, и докладывал главный врач городской поликлиники номер 77, и представил потребность в, согласно приказу, потребность в врачах-онкологов. 26 должностей и 27 сестринских, помимо того, что у них сейчас 8. Но я думаю, что потихонечку с этим моментом мы справимся. Тем не менее, это приказ, а есть жизнь. Поэтому я, на мой взгляд, сейчас достаточно серьезная комплектованность как амбулаторно, так и стационарно звена. Поэтому вполне реально открыть эти 8 ЦОПов в текущем году и, соответственно, оставшиеся 10 в 2020-2024 году. Ну, о едином цифровом контуре я уже сказал, его сейчас, к сожалению, в нашем городе как такового не существует, ведется эта работа, и, конечно, он позволит решить многие вопросы, вопросы, прежде всего, контроля, перекрестного анализа, совершенствования ракового регистра и контроля сроков и объема преемственности. Ну, ожидаемый эффект от единого контроля, организации единого контроля скрининга, мы планируем его организовать на базе городского центра профилактики, который входит в состав комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, где будет отслеживаться не только вызов пациентов на скрининговые мероприятия, но и дальнейшая их логистика, их движение. Создание сети СООП, естественно, приведет к росту территориальной доступности, к повышению качества и скорости диагностики, а также проведение вот, видите, части химиотерапевтического лечения на базе дневных стационаров этих СООПов. И референс-центры, создаются морфологические центры морфологической диагностики на базе КНПЦ, лучевой диагностики, и на базе, при заключенном едином цифровом контуре будет достаточен контроль качества исследования и, естественно, снижение диагностических ошибок. Ну, немножко такая нагруженная схема, которая представляется нам в реализации всех онкологической программы в нашем городе. Вы видите в центре этого слайда центр амбулаторной онкологической помощи, чуть выше программы скрининга, в том числе и первичная профилактика в виде вакцинации, хотя она пока ни в один руководящий документ не вошла, но тем не менее у нас в детской поликлинике центрального района города уже ведется эта работа. Жидкостной цитологии я уже сказал, маммографии есть. И вот низкодозовая компьютерная томография, это, я думаю, следующий этап. И мы всего в любом случае к нему придем. И обсуждается уже с специалистами территориального фонда финансового обеспечения этой программы. Ну и в итоге маршрутизация пациентов онкологических больных на стационарную онкологическую помощь. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Конечно, Александр Федорович, как же? Пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, дайте, Александр Федорович. Уважаемые коллеги, конечно, мы ориентируемся на центры, на Санкт-Петербург, где блестящая организация онкологической помощи, но сомнение всегда заключается в чем? А конечный результат? Вот то, что мы сегодня имеем, один из самых высоких показателей смертности онкологической, да?
вот объяснить тогда, с чем это связано? И позволят ли те мероприятия, которые вы запланировали, достичь того уровня, да, цели, которую поставил на сегодняшний день президент? 185 и 248. Ну, самым главным показателем какой-то задачи является возможность ее выполнить. Поэтому с 254 на 100 тысяч населения, ну, нужно реально смотреть на вещи, снизить заболеваемость до 182. Ну, можно, конечно, сказать это, отрапортовать, да, поднять руку, написать и так далее. Но как это реализовать? При такой высокой заболеваемости в нашем городе. Эти цифры приближаются практически к европейским. А заболеваемость почему? Потому что выявляемость и ранее. А человек, вы же прекрасно знаете, учитывая наши методы статистической обработки, человек все равно, когда-то заболеешь онкологическим заболеванием, он умрет от инфаркта, но он будет числиться умершим от онкологического заболевания. Поэтому мы, да, и этот, кстати, этот показатель в региональной нашей программе, это согласовано с Минздравом, он исключен как целевой показатель, это смертность. Включенный показатель, который я сказал, это выявление на ранней стадии, пятилетняя, так сказать, выживаемость и так далее. Александр Федорович, удовлетворены ответом? Вынуждены. Елена Викторовна, пожалуйста, вам слово. Там меня стрелочка напугала. Я правильно поняла, что исключать рак будут в ЦАОПах? То есть из района пришел в ЦАОП, как вы говорите, до сих пор нам рассказывали, что на улице там хватали людей, исключили рак, там нет высококлассных диагностов, там нет морфологов. А я прошу прощения, два якорных центра чем заниматься будут? Лечением. Окей, лечение. То есть в ЦАОПе поставят диагноз, да. А я... О. Георгий Моисеевич, спасите. Для того, чтобы было понятно, мне кажется, ЦАОП, я уже неоднократно это говорил, это учреждение одной двери. Пациент, направленный из первичной помощи туда, приходит, там он должен получить диагноз, и морфологически он должен быть подтвержден и направлен на лечение в следующее. Все. Правильно вы говорите, там должен быть окончательный диагноз. И после этого он идет получать специализированную помощь. Вам правильно ответ. Там лечить должны. Есть, конечно, некоторые уровни для более тонкой диагностики, но это мало, это небольшой процент. А основная работа ЦАОПов должна именно быть, это работа одной двери. Вышел из нее с диагнозом, все. Специалисты. Наша с вами задача... Да, может быть, сегодня нет. Может быть, сегодня нет. Но наша с вами задача подготовить этих специалистов, чтобы они поставили этот диагноз. Вот все. А так, конечно, я согласен с тем, что не все ЦАОПы должны, как говорится, вот идти по пути вот онкологические отделения, онкологических кабинетов и так далее. Но зачем делать в каких-то регионах, где стоит прекрасно диагностически оборудованная городская больница, областная больница там, или краевая больница. Туда доступность выше и оснащенность намного выше. Конечно, этот ЦАОП должен быть подтянут вот к этому. Вот самая-то главная была мысль. А если есть онкологическое отделение, если есть диагностический центр, Санкт-Петербург, номер 1, 85, Московский район, туда добавить двух специалистов может быть. А потом поймите, осознать нужно цифру. Один онколог на 25 тысяч. Ее просто осознать надо. И когда мы начинаем говорить, что в район нужен 26 человек, что такое 26 человек? Это 13 кабинетов на две смены. Скажите, сейчас можно выделить вот так вот в любой поликлинике где-то? Нет, конечно. Это этап, который постепенный. И самое главное, вот нужно не так, что вот взял модель, и давайте ее везде сейчас будем... Должна привязана к региону. Должна привязана... к менталитету региона. Что такое Татарстан? Да это менталитет больше играет. Все. То же самое, поддержка. Я думаю, в Башкортостане можно сделать. А у нас немножко по-другому. Понимаете? Поэтому каждый идет тем путем. Но цель одна. Все, она должна достигаться любыми путями. Елена Викторовна, вы удовлетворены ответом двух главных внештатных специалистов Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга? Безусловно, да. Спасибо большое.